меня, я да. И что мне сейчас сделать, а? Эти зомбари меня отсюда точно не выпустят. А у меня ни еды, ни патронов, у меня вообще ни хрена нету. И как мне вообще выбираться с этой западни? О, попал я, конечно, попал. Зачем я вообще на машине решил куда-то ехать? Просто жопа какая-то. Бешеные какие-то Так. А чё там... Так, подождите. А есть ли у меня стрелы или еще? Нет, стрел у меня... У меня даже стрел нету. Зато я вижу какой-то выход. То ли на крышу, то ли фиг его знает куда. Так. Если я кину дымовуху, если я перепрыгну сюда и выберусь через крышу, просто убегу отсюда нахрен, больше сюда никогда не вернусь, мне кажется, это не идеальный, конечно, план, но лучше я точно не придумаю. Так, ладно. Раз, два, три. Дымовуха. Так. Да твою да мать, нет! Хорошо, что они меня не запалили! Офигеть, я еще и упал. Офигеть. Так, хорошо, надо валить отсюда как можно быстрее. Чё-то залез. Тут, в принципе, один сплошной лес. Как мне отсюда спрыгнуть? Вода. Так, разгон. О, твою мать, напрыгну! Офигеть. Так, сраные зомбари даже уже вот тут. Я как вижу, там какие-то палатки, там что ли какой-то лагерь был. Ну, назад я возвращаться 100% не буду. Патроны. По 38 патронов в минигане. И все. Миниган я что-то как-то на самом деле юзать не хочу. Мне бы какое-то ближнее оружие. Да, РПГ нафиг, да, вот РПГ точно я возьму. У меня есть топор, точнее не топор, а молот. Кстати, мой топор, который я случайно выкинул в этом сарае за конюшню. Вот это, твою-то мать, а идеальное просто оружие было. Ага, так, не первый раз меня спасает этот доисторический дробаш. Не первый раз. Так, хорошо. Плюсики есть, у меня есть молот и у меня есть дробаш, который еле работает. Может, я смогу как-то прорваться в этот лагерь, и там что-то будет. Ладно, идите сюда, паскуды. Идите сюда! Да, попры... На! Идите сюда! Иди сюда! На! Так, хорошо. Фу. Хоть куда-то я смог пробраться. И что тут есть такое? Да, как я вижу, владельцам этого лагеря как-то не очень повезло. Фу, что? Хавчик? Еда? Да! Офигеть! Так, а чё тут еще? Тут ничего нету, тут, пожалуйста. Так, тут я уже проверял. Ножик и патроны для ГЛОКа! Так, если я не ошибаюсь, у меня пистолет ГЛОК есть. Где? ГЛОК 17. Да! Еще одно доказательство. То, что никогда не надо сдаваться. Никогда не надо сдаваться, потому что все 100% когда-то наладится. Я 10 минут назад думал, что мне надо рипнуться, у меня не было ни еды, ни припасов, ни оружия, ничего. И какой удачный случай, то, что я нашел лагерь, я нашел и еду, и оружие. Я бы реально просто мог рипнуться 10 минут назад. Сдаться просто. Никогда не надо сдаваться, потому что со всех ситуаций можно найти выход. Я реально нашел за 5 минут. Назад я возвращаться не буду, потому что в этот город... Набежали просто толпа огромных гигантских зомби. Орда просто зомби, а 17 патронами и одним молотком я точно с ними не справлюсь. Я помню, в какую сторону мне надо двигаться. Да, это будет длинный, это будет долгий путь. Но я смогу. Я смогу пешком даже туда добраться. К городу. Фух.
Ладно, ладно. Еда у меня есть, пистолет у меня есть, топор у меня есть. Надо выдвигаться. Ну, с Богом. Да! Да! О! Наконец-то я добежал. Вернулся в этот проклятый город. Так, сейчас спуститься. О, офигеть. Да. Не надо больше никогда так делать, просто взять машину и уехать. Хрен тебя знает, что там ожидает впереди. Так! Это же мой дом! Это же мой дом нафиг. Где я жил со своей семьей, своей женой, со своим сыном до зомби-апокалипсиса. А куда я вообще прибежал? Я бежал вроде в старый город, а прибежал домой. Или это тот же город, просто... Чё у меня за хрень с мозгами творится? У меня какая-то амнезия, я даже не помнил, где мой город. И где мой дом? Он вообще в другом конце города, оказывается, находился. Это мой... Иди сюда, паскуда! На! Так, это же мой дом, нафиг! Иди сюда! Зомбари проклятые! Так, дробаш. Иди сюда! Это же мой дом, нафиг! Офиг... Да! Сколько же тут-то... Нет, жена, сын. Ну их 100% тут уже нету. Иди сюда! И ты еще гигантский... Да... Твою мать! Да сколько вас тут? Иди сюда! Не! Свет. Да. Куча паутины, куча крови, куча каких-то... Не, пожалуйста, только не женушка, только не сын, пожалуйста. Свет. Да сколько же вас тут, нахрен? Идите сюда! Еще и на кухне. Иди сюда, господи. На! Ёма! Так, свет. Тут нету света, так. Офигеть просто. В туалете. Твою мать! Так, на первом этаже я все расчистил вроде. На первом этаже тут еще. Не-не-не! Это на улице, я не знаю, здесь смысл. Я пока на улице ничего не буду. Так, мой секретный склад. Надеюсь, то, что туда никто не попал. Надо еще расчистить все на втором этаже. Так, комната моего сына. Валера. Все так, как и было, так и осталось. Даже ничего не изменилось. Кроме крови на стене. Так. Да твою-то мать! Так. Комната. Идите сюда. Идите сюда, паскуда! На! Так, у меня уже патронов даже вообще нигде нету. Свет. Надеюсь, то, что мой сейф никто не трогал. 1, 3, 3, 7. Да, карточка от моего секретного бункера. Еще балкон. Так, тут ничего нет. Я не знаю, что мне делать. Спустя столько времени я смог найти свой дом. И оказывается, то, что он был в другой части этого города. Какая же у меня амнезия нахрен была. Я вообще ничего не помнил. Офигеть просто. Жена. Сын Валера. Так, я надеюсь, то, что это не они, просто тут была какая-то бойня в моем доме. Я не знаю, что мне делать. Я смогу... А в моем секретном бункере же до хрена просто оружие! И до хрена всяких баррикад. Я могу обезопасить свой дом на 100%.
и жить тут, ну, хотя бы, ну, недельку где-то прожить. А вдруг в любой момент может моя жена с сыном вернуться? Так, ладно. Иду я в бункер. Обезопасю свой дом на 100%. Хорошо, хорошо. Надеюсь, тут никого нету. Да, тут никого нету. Мой секретный бункер. Да! Да! Дробаши, мины, гранаты. Охренеть просто. Я это все заберу. Я это все заберу. Калаши. Так, ну, калаши мне нет смысла забирать. Я просто патроны заберу. Так, тут... Да, баррикады, баррикады, охренеть. Если бы я знал то, что мой дом находится так рядом с этим городом. Да, гранаты, коктейли Молотова. Если бы я знал, то я бы уже давно... Топор. В жопу. Так, в жопу этот молот. Я беру этот топор. Иди сюда. Так, топор. Я два топора на всякий случай вот тут оставлю. Да, 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 новая бронька. Охренеть. Так, 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 так. Вот эту броньку я оставлю вот тут. Эту броньку я оставлю вот тут. Да, 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 да. И одену вот эту. Мою любимую. Ох, не зря же я раньше был военным. И натырил дофига броньки к себе домой. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Офигеть просто. Просто офигеть. Так, хорошо. У меня есть много оружия. Ножик можно ставить вот тут. Да, исторический дробаш, ты меня, конечно, очень, очень часто выручал. Очень часто. Но вот этот дробаш, это что-то нечто. А-12. Так, хорошо. Что у меня тут еще есть? ФАМАС. 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 И куча взрывчатки. Еще и холодильник у меня... Офигеть! Так, вот эту всю еду я возьму. Ну, в любом случае, я же буду жить в этом доме еще приблизительно где-то неделю. Еще печеньки, печенюшки возьму. Я тут буду жить приблизительно неделю. Поэтому надо обезопасить свой дом на 100%, чтобы сюда никто не смог забраться. Мне кажется, это будет просто идеально. Капкан. Везде. Так, я поставлю сюда капкан. Все входы, все выходы, я все обезопащу. Так, а вот, да, тут никто не сможет забраться. Но в любом случае, мне надо бы закрыть. Все закрыть, все закрыть, чтобы только возможно. Все закрыть, все сюда, вот так. Чтобы никто не смог сюда забраться в мой дом. Никто. Двери, все двери, капкан. Я сюда капкан еще поставлю. Хотя нет, это же учитывая главный выход. Я его буду держать под контролем. Тут у меня все нормально. Сюда бы еще, хотя нет, сюда не надо. А, выход. Как раз таки время, чтобы испытать новый дробаш. Патроны у меня есть. Охренеть просто. Вот, вот это я называю кайф. Так, хорошо. Это я поставлю сюда. Как бы мне эту фигню сюда поставить? Так, да как бы... Вот, я сюда поставлю. Нет, мешает вот эта фигня. Так, еще вот это сломаю. И поставлю вот сюда. Да как бы... Вот, вот, вот! И еще один капкан, чтобы через задний проход на меня никто не напал. Капкан. Замечательно. И вот тут я также могу обезопасить и поставить... Поставить вот это. Хорошо. И где есть еще выходы, я даже уже не помню. На кухне я все обезопасил. Я оставил только главный вход. И в принципе все. Да, еще, еще балкон на всякий случай, если кто-то заберется сюда. И балкончик мы обезопасим. Вот так, как бы его поставить. Как бы его... А, а. И вот сюда как-то. Можно сюда поставить! Главное, главное, я сейчас сюда запихну капкан, и никто тут не пройдет. Замечательно. Фух. Да. В смысле? Чё? Кто-то мне нахрен дверь звонил. Ладно, проверить надо. Так, раз, два, три. Валера?